Так, попытка. На козу становится. Держись, держись, Яна. Яна, держись. Не, ну так а что, ты как лошара останешься тут? Если был залупас, я бы поехал. Паска завтра, блин, реально. Андрюха, какая паска? Заезжай. Андрюха, я знаю, как ты УАЗа бережешь. Покажи. Андрюха, давай, блин. Давай, Андрюха. То скажут, Андрюха уже не тот. Ну нафиг мне эти комментарии в комментах? Андрюха уже не тот. Нафига нам эти комментарии, блин? Так, пацаны, как-то вы интересно едете. Да не, ну вас... Интересный фильм начинается. Интересный фильм только начинается. Мы туда вот едем. А что там, подъем? Мы сейчас возьмем там один этап, который мы тогда побоялись брать. Отойди, сейчас! Сейчас, братан! Где, далеко еще? Да, да, еще пока. Выпускай его. Все. Леха, блин. Витя. А вот еще пацки едут, смотри. Где? На чем? На УАЗе. На УАЗе, давай. А что за УАЗ? С черным тентом? Да, да. О, это серьезные, блин. Это жесткие ребята, да? Это штурман Слепого самого. Да. Если преодолеем, то будет вообще фантастика. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, начинается оффроуд. Мы покинули территорию. Не, ну места интересные, я вам скажу. Места интересные, ого. Ну, тут жестковато. Пилот тут очень заряжен на победу. Как оглушитель работает так противоречиво. Часть 2. Попытка. Это жестковато очень. Руль ровнее надо, Витя. Так, попытка номер 3. Да нет. Он влево хочет уйти. Сейчас мы посмотрим ближе, что там. Сейчас я посмотрю, что-то ты не туда едешь. Ты влево выворачиваешь. Тут, видите, немножко глушитель, кусочек уже погрузили, его немного износился. А так машина огонь. Сейчас починится и заедет. Так, ремонт проходит успешно, да? Да. Облегчается, машина сейчас поедет как никогда. Так, там конкурирующая фирма. А нет. Ух ты, красавчик какой! Вот это, блин, мочит! Посмотри, что творит. Гора такая не детская тут. Гора не детская. Вот это мочит.
Что, зашел? Все, он наверху. Нереальная гора. Да, нереальная гора и этот. И заехал. Ни разу не выбила, сука. Отписал. Надо держать. Так. Попытка номер... Подход 2, короче. Так, что-то тут как-то сложновато немножко. У тебя вторая подержанная или нет? Нет, первая. Вторую поехали. Второй не хватает, сейчас, Макс. Сейчас, может, разогнули. Сейчас может хватать и второго. Попробуй. А второй не хватит. Ты сейчас, ну, мы с тобой разогнули. А что за звуки какие-то? Какие-то звуки уже нехорошие. Все, звуки. Походу планетарки хана. Круче хаза. Что ты не веришь? Да заедет. Да заедет. А куда он едет? Вот здесь на эту мостку. Я не верю, что не будет. Так он при нем же только что заехал. Так, гора просто, стена. Камера не передает, на камере в два раза меньше гора. Включай передок. Не, он не из такого, но. Не-не-не. Ну дай ходу немножко. Крутятся, кардан крутится, а колеса на месте. Хабы не включились, видно, Андрюх. Так. Что-то непонятно. Давай ключ на 19, головку он тут садит, сейчас я вручу. Так, УАЗ вернулся, сейчас будет ехать вниз. Андрюха, УАЗ едет сверху. Да. Надо быть уверенным в машине так ехать, тем более на УАЗе. Двери вон открылись. Шо, хаб? Андрюха разбирает. Успешно все. Но было страшно. Такой тут уклон. Как вам показать его, чтобы передать? Ну, блин, стена. Камера, ну где-то вот, вот так оно выглядит в реальности. Вот так, когда снимаешь. Вроде ничего существенного. В общем, сейчас Андрюха попробует посмотреть, что там. Ну, с этим пальцем, но там тоже разбивается, блин. Ой. Так, УАЗ номер 2. На сликах полуоригинальных. Там правей надо сразу брать. Сейчас я подскажу. Сразу правее, раньше надо, правее чуть-чуть. Выбило? Не, раньше правее возьми. Правее сразу возьми. Да, да, вот туда надо колесом.
руль, влево. Ух ты, блин. Да, влево заеда. Прямо надо, а не влево. Не вправо, не влево, а прямо. Сюда выворачивай. Вправо рули вниз. Вправо, да. Давай задний, Великан. Еще. Что-то он по вашим следам идет, да? На бочок пытается приземлить. Смотри, вот как он стоит, на него надо ехать. Только правой стороной сначала по правой, потом чуть влево. Правее, блин, ну куда ж ты едешь? Неправильно. Попытка перевернуть. Стой, стой, тут назад не едь только. Но у него какой-то крепче у вас, да? Да. Колеса меньше, понял? Может быть. Так, попытка очередная после консультации небольшой. Чуть. Да он там раскопал просто немножко. Так, он что-то починил хабы уже, человек. Что, заедет? Тут пока без изменений, а здесь Андрюха что-то там на склоне исполняет. Хабы заработали. Дядька, ты классно заехал первый раз, я сильно права. Не, он сейчас раскатал. Ну раскорячка, там надо. Да, там надо, чтобы. Но он копнул уже, видишь там. Пока было не накопано, было нормально. Чуть не заехал. Да это вообще. Он куда-то не ту сторону едет просто. Да все, ну нормально, сейчас там будет. Сейчас гору сотрет, да, в порошок? Пошел. Газика не хватает, да, Руслан? Да, газик бы тут показ. Блин, крепкая у вас машина, конечно, все равно так. Вроде не очень, но. Делай, говорит. Делай, говорит. Диагоналка. Делай, не получается пока. Делай, говорит.
Да, интересно. Выбило. Так. Тут он ювелирно спускается на грани переворота. Сейчас тренер подскажет что-то. Что, новый пилот? Новый пилот, который... О, это жестче, который, наверное. Давай, сорви мосты! Чтобы мы были не одиноки! Вот жесткий, какой-то новый пилот. Сразу видно, рука профессионала. Молодец, молодец. Сейчас раздолбет, молодец. Да не, ну он нежно должен пойти. Водитель первый уже знал, как я знал, он за дорожку протоптался. Да не, чувачок, этот водитель все делает, он себе протоптывает новую дорогу. Этот пожестче, да? Давай, нормально идешь к успеху. Этот пожестче пилот. А блин, как тихо идет, слышь? Лапочки. Тупо стартеру. Ну, не стартер. А нет, все, я вижу. Вижу, блядь. Вот. Небольшой вообще, как бы секунду. Сейчас починят. Стой, подожди. Что ты чинишь? Во-первых, поток. Да. А во-вторых, давай. Все, пошел. У вас колумбцы есть под рукой? У вас там в салоне. Закрутить, потому что тут вырвало. И как он быстро ломается? Раз в два заезда должен что-то крутануть на него. Так, ну ладно, Land Rover покажет что-нибудь хотя бы. Хотя бы докуда у вас доедет? Да не, Land Rover так далеко не заедет. Не, ну правда, мне вот очень... Не, Land Rover не заедет. Это ж не у вас. Это ж не у вас. Не прикалывайтесь, покажи. Да Land Rover не заедет туда, ты чё? Ух ты, ты чё, это всё, что я держался. Пошел ремонт. Просто ослабло. Это от вибрации открутилось, да? От дикой вибрации. От дичайшей. Макс, уплотнитель видел? Да. У тебя такой был когда-нибудь? Да, уплотнитель мой. Я такой не застал тоже. Так, у меня 86-го. А, это свежая модель просто, да? А это какого года? Комплектация стандарт. Какого это года? Ну, у меня просто... А, не, ну это новый. А у тебя какого года? 85-го. А, ну у тебя еще старше моего. Это мы, у нас просто уже, ну... Это в тюнинге уже просто. Это чтобы не задувало. Заводской, да? Тюнинг, конечно. Чтоб пыль не попадала под капот. Говорит, у нас машина на двоих. О, починили! Не, ну сейчас пойдет по-взрослому, я думаю. Тут серьезный пилот. Слышь, мне новый пилот поменяли. Второй подход. Давай, новый пилот, жги. Маршрут уже пробит. Просто красавчик. Офигеть. Да. Ты представляешь? Слышь, сейчас. Главное спокойствие. Да, главное спокойствие. Чтоб не поцарапал фару, фару береги. Выбило, да? Ненавижу. Раздатку. Да не, брат, подожди. Раздатку. Назад. Починил. Походу машина на тебя больше, чем на вас. Раскорячка. Вправо там руль надо было. Раньше было. Блин, фонарь новый. Давай.
Да елки-палки. Сцепление чуть-чуть плавнее. Я только включаю вторую камеру, он или глохнет, или это. Или едет назад. Притормози со твоей камерой. Слепь. Чего они крутят руль влево-вправо все время? Давай еще, левей. Сидушка далеко стоит только. Не достает до педали. Ну ты маленький. Да ну на. Опа, вот она победа. Так, он же останавливается. Самое страшное. Самое страшное, да. Да. Слезы радости там на бугре. Я доломаю мост, но я его накажу. Не делай этого, Витя. Не делай. Витя, не делай этого. Пошло общее оживление. Все хотят заехать теперь. Как это так? Ну так вот траектория, как я говорил. Даже тут чуть правее надо было, уже можно давно было заехать. Так, ну капот открыт, конечно. Давай, Вить. Вить, не делай, Вить. Не надо. Ну, Витя говорит, я, блин, так это не оставлю без внимания. Нет, я так не оставлю. Как это так? Конкурирующая фирма заехала. Конкурирующая фирма. Ну да. Оппозиционный УАЗик заехал, а тут я, блин, стоявший у истоков этой горы, у подножья, четыре раза. Не, Вить, Вить. Вить, не надо, Вить. Все, там... Не надо, лендроверу уступай дорогу. Да. Митя не останавливается. Да, звуки не прекращаются, но они и не могут прекратиться. Надо, Яна, надо. Пацаны, ну вы победили сегодня. Да, ладно, пацаны, это просто... Ну... Я не рад нашей победе. Ну, что, ты им приз бросил или что? Это... Да, да. Медаль? Справедливо. Да. Следующий раз. Мы вернемся. Да, к этому вопросу. Так. Приедем, ты скажешь, Витя, ты помнишь? Блин, да. Реально, блин, да? А ты невозможно, это у вас, Андрюха. Андрюха говорит, тут невозможно. Да, теперь твой выход, теперь ты не можешь не заехать, Андрюх. Так, ну теперь легенда английского автопрома с открытой, приоткрытой правой передней дверью. Ага. У вас. Рано радуетесь. Диагональ надо съехать и переехать. А ты шо? Английский автопром. V8 там, это тебе не шубу в трусы заправлять. Блин, пылит, правда, но едет. Макса долго вываливать не надо. Ой-ой-ой. Ой, хорошо раскрячился. Все, у меня капли, сердце срочно капли. Андрюха, есть валидол? Нести. Ой, что же это такое? Нет, глянь, какая яма там, пуп попадает. Все, висит, бля. Вот. Да, да, кстати. Максик, погоди. Блин, бросается как землей. Правее руль надо чуть-чуть. Так, колеса в воздухе. Колеса были ну, в воздухе. Зачем вот такой стресс мне? Отвернись, отвернись, не снимай, отвернись. Не могу уже. Да, неплохо. Макс, побереги мои нервы. Я очень нервная.
нервничаю. Чуть правее надо, Макс. Чуть ты правее. Чего ты прямо не хочешь? Правее, вот по буграм, чтоб... Ты знаешь, что ты сзади... Не, а ты влево начал крутить, и они крутили влево. Или там, когда на горе, непонятно? Вот траектория по двум горбам вот этим прямо, понял? Тогда нет раскорячки. Ну, там, правда, яма уже выкопана. Еще правее, зайди вот так вот, раз и вправо. Нет, прямо на них как стоят. Сильно высоко. А. Правая сторона, видишь, сильно высоко. Ну тогда чуть сейчас влево там. Макс, там сзади ты упираешься, сейчас поломаешь бампер. Да. Да тебе вот так вот, выходи. Опускай кнопки. Не надо! Ой, не надо! Так, попытка. На козу становится. На козу становится. На козу становится. Стоит на козе. Блин, развесовки не хватает. А, справа яма получается. Сзади справа яма. Держись, Яна. Яна, держись. Поменял траекторию. Да, пожалуйста, же выезжай. И почти заехал. И правда. Держись, держись, Яна. Яна, держись. Все, все, стресс снят. Заехал, видишь, я включил вторую камеру, и он заехал, красавчик. Вот так вот. Андрюха, твой выход теперь. Не, ну так а что, ты как лошара останешься тут, если был залупас, я бы поехал. Паска завтра, блин, реально. Андрюха, какая паска, заезжай. Андрюх, я знаю, как ты его забережешь, но... Покажи. Андрюха, давай, блин. Давай, Андрюх. То скажут, Андрюха уже не тот. Ну нафиг мне эти комментарии в комментах. Андрюха уже не тот. Нафига нам эти комментарии, блин? Все, отлично. Андрюха, мы уходим. Да не, сейчас он заедет, не очкуйте. У Андрюхи машина посерьезнее, чем предыдущие все пилоты. Того остановите вверху. Ну, теперь звезда сезона. Да я знаю, ты заедешь, что тут знать, уже пробитая дорога. И у тебя блок подхватывает, у них блоков нет ни у кого. Так, пошел самый жесткий. Я не знаю, говорит. Да ты что, тут вообще просто красавчик. Вот так вот, друзья, это патриот. Короче, подготовленный. Просто разорвал, блин, с одного подхода. С первого. Не, у него передняя блокировка подхватывает, видите? Куда он? Вниз, обратно. Вот так заехал, развернулся. Вот так вот, четко. И все. С виду очень страшно, а на камере вроде, ну, горочка-то. А так уклон реально бешеный. Макс спускается. Спокойно. Финиш.